This is possibly the luckiest Ukrainian soldier in history, barely dodging a Russian 100mm low-velocity shell fired by a BMP-3. Russian propagandist Martin is shocked that Russian army tries to protect its aircraft with vehicle tires. One question. What the hell? He asks in disbelief. Вот оно. Вот оно. Посмотрите. Значит, вот этих самолетов у нас всего 16 штук. Их делают, цена неизвестна, засекречена, естественно, там один самолет в год. Это очень сложная машина. Это очень сложная, очень дорогая машина. И спустя полтора года войны, спустя двукратной атаки украинских беспилотников на аэродром стратегической авиации в городе Энгельсе, двукратная, она состоялась еще в прошлом году, в 2022-м. Вот не придумали ничего другого, не нашли ничего другого, ресурсов не нашлось, кроме как защитить их покрышками. Что, серьезно? Ну, вот я клянусь, мне в голову не пришло, потому что первый раз обсуждение того, что все самолеты защищаются капонирами вообще-то, прозвучало вот именно тогда, когда состоялась первая атака на эти самолеты в Саратовской области, я замечу. А потом был еще ряд атак. А недавно была атака на Новгородскую область. Говорили и об этом. И снова возникает вопрос, да какого черта полтора года войны? Это что, такая проблема? То есть это не проблема даже бетонные капониры поставить на самом деле, учитывая масштаб строительства в стране. Количество людей, занятых в этой индустрии, ну и вообще и навык. Ну, все же помнят, наверное, как во время страшной пандемии, страшной просто, ничего страшнее в русской истории не было, в том числе и армия строила госпиталя, как китайцы практически там за месяц возводили полноценный госпиталь, когда задача стояла. А тут что, задачу? А кто здесь задачу должен поставить? Мне просто интересно, кто? Russian MTLB with 2x25mm naval guns installed. I propose to call this modification MTLBS, where S stands for stability. Russia. Military conscription office in Yaroslavl was successfully set on fire on Saturday night. Ukrainian university students record a Russian suicide drone crashing right next to their dormitory. Great clip of a Russian man walking through the State Duma, Russian parliament parking lot. Who wants to guess what kind of cars Russian MPs are driving? Так, друзья, это Государственная Дума. Это Владимир Владимирович, как говорится, духовным скрепом, да, вставание с колен. То самое место для дискуссии. Как вы видите, пока по телевизору рассказывают про особое величие, про вот этот загнивающий Запад, про то, что пенсию россиян украл Байден и Обама, про то, как нам, значит, повышают тарифы на коммуналку и на цены на бензин, на еду, на проклятые печенеги, половцы и бездуховная Европа, вот это вся загнивающая, да. Вот у нас при этом весь автопарк прямо возле Госдумы, как и других учреждений, Совета Федерации, федеральных министерств, ведомств, администрации президента, сплошь и рядом автомобили из вражеского блока, агрессивного блока НАТО. Вот они, понимаете, оккупанты, агрессоры. Но как-то что-то членовоза-то все импорты, да, значит, те же самые мерседесы, джипы, внедорожники. То есть населению нищету, бедность, промывку мозгов, закручивание гаек, вот это все, знаете, рост цен, какие-нибудь грабительские реформы, типа пенсионные, мусорные реформы,
А себе, соответственно, красивый образ жизни, яхты, виллы, иностранные импортные автомобили и вот это, знаете, бухари. Красота, что было, да, чтобы это на бюджетный счет, за бюджетные деньги, из кармана налогоплательщиков купить себе побольше вот этих членовозов, поэлитнее, да? Ну, или какой-нибудь Урус-проект за десятки миллиардов рублей, на котором катается верхушка элитка феодалов, которые, соответственно, мы с вами тоже оплачиваем, только ничего российского, это все в чистом виде, либо Rolls-Royce комплектующие, либо Volkswagen и Фантомы. В общем, это, конечно, просто, как знаете, вот идете, прям чувствуете настоящую патриотизм, настоящую духовность, настоящее вот это вот вставание с колен и православие. Прям, ох, гордость, ребят. Главное, лодку не раскачивайте, друзья, чтобы дальше могли пилить. A Russian T-90M is destroyed by a $500 FPV drone. Footage is from the Ukrainian 3rd Separate Assault Brigade. A pair of Ukrainian Mi-24 Hind gunships make an attack run over Zaporizhia Oblast. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.